Акции Netflix на внебиржевых торгах в США упали на 11%, в результате чего капитализация компании снизилась на 25 миллиардов долларов. Ранее стриминговый сервис опубликовал отчет о замедлении роста числа новых подписчиков в первом квартале 2021 года. Согласно информации, за отчетный период число подписчиков Netflix увеличилось на почти 4 миллиона, хотя аналитики прогнозировали более 6 миллионов. По прогнозу компании, во втором квартале рост замедлится еще сильнее и составит всего 1 миллион новых подписчиков. Годом ранее за этот же период на сервисы Netflix подписались рекордные 15 миллионов 800 тысяч человек. Это связано с карантинными ограничениями из-за распространения COVID-19. В то же время пандемия затруднила съемку новых фильмов и сериалов, говорится в сообщении компании.